Василиса Голицына умерла от обильной кровопотери в результате колото-резанного ранения в области грудной клетки с повреждением легкого и сердца. Это предварительная причина, которую сообщили сегодня в Следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается и становятся известны все новые факты. На теле девочки помимо раны обнаружены следы удушья и сексуального насилия. Проведенная геномная экспертиза показала наличие на одежде задержанного Фаруха Ташбаева, также на заднем сиденье его автомобиля, крови девочки. Экспертиза установлена, что обнаруженные в автомобиле волосы также принадлежат убитому ребенку. На ее тетрадках и учебниках тоже найдены отпечатки пальцев подозреваемого. Всего по делу назначено несколько десятков экспертиз. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.